истина, все, что верно, подлинно, точно. По святоотеческому учению Христос – воплощенная истина, Его Церковь – столб и утверждение истины. В православии содержится полнота истины. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», сказал Сам Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих.